Вот те перечни, которые вчера опубликовали, они содержат три этапа, три перечня. Это, как я уже сказал, с 1, 11 и 20 мая. Все остальные виды деятельности, которые не попали в этот перечень, в том числе и образовательные учреждения, детские садики, школы и так далее, они возобновят свою деятельность после того, как будут сняты все режимы. А это будет зависеть, опять же, от эпидемиологической ситуации. Если к 1 июня у нас ситуация нормализуется, с 1 июня начнут работать. Если и дальше мы будем иметь сложности и проблемы, тогда, может, это позже будет, 10-го, 15-го или вообще с июля. Это все будет зависеть от ситуации.